Лидер украинской радикальной партии и депутат Олег Ляшко провел избирательную кампанию в Ивано-Франковске на западе Украины, во время которой несколько человек забросали его яйцами с криками «Позор!». Когда в Ляшко полетели яйца, охранники попытались закрыть его от атаки с помощью зонтов. Молодых людей, которые были инициаторами и участниками яичного протеста, позже доставили в одно из отделений милиции. Также к сцене попытались пробраться девушки с тыквой, но их задержали парни спортивного телосложения.